Re, viss ēters ir te! Дежурный по жизни. Здравствуйте. В связи с последними событиями, которые происходят в главном офисе Светбанка в Стокгольме, жители Латвии начали беспокоиться за свои деньги, которые хранятся на счетах латвийского Светбанка. Александр интересуется. Ситуация со Светбанком в Стокгольме как-то отразится на латвийский Светбанк? Нет, это не влияет ни в каком случае, потому что мы всегда стараемся сказать своим клиентам и вообще журналистам то, что является в данный момент делами в центральном офисе в Стокгольме. Это, скажем так, влияет на акционеров банка, но никак не на клиентов. Конечно, мы понимаем, что клиенты волнуются, поэтому мы стараемся их успокоить. Наш клиент-центр тоже принимает такие звонки и объясняет. С капиталом у банка все в порядке, скажем так, нету никакого отека капитала. И в смысле у Светбанка нет никаких проблем предлагать все те же свои услуги своим клиентам, которые они уже были до этого. Так что у нас нет никаких проблем ни обрабатывать карты, ни платежи, ни депозиты, ничего. В том смысле все в порядке с банком. У вас есть вопросы? У нас ответы.